квартет саксофонистов слушает их музыку, вот они сейчас уходят, аплодируют, тебе аплодируют, я почему-то вспомнились мои юные, совсем юные годы, 1979-80 год, оркестры танцевальной музыки Атласа, Андреева, Маховая 15, наверняка этот адрес им знаком, где собирались все музыканты и где они все стояли на службе. Ну что ж, действительно, было хорошее время, да и сейчас, мне кажется, что время очень замечательное. Но я сейчас уйду в кулисы, потому что на эту сцену выйдет руководитель вокальной студии Военмеха. Он же солист Мариинского театра. Он же лауреат международных конкурсов Александр Трофимов.